происходит, я не понимаю просто. Вы посмотрите на нашу команду, это просто жесть. Вы просто посмотрите, у нас 500 человек в одно место падает, давайте. Всем привет, я, ребята, и сегодня поиграю в SkyWars на серию Hypixel. И, ребята, да, поиграю в SkyWars в новый мини-режим, да, SkyWars Лаборатории, именно Охотники против зверей. И, ребята, в принципе, давайте начнем, да. И сразу же хотел сказать огромное спасибо за 9 лайков, да, я не ожидал, что вы наберете 9 лайков, да, просто на BedWars, да. Ну и, в принципе, давайте будем набирать теперь по 6 лайков, да, то есть не по 5, а по 6 лайков, и, в принципе, окей, да. Наберем 6 лайков, да, и, в принципе, новый ролик, да. И теперь ролики будут почаще, да, я буду стараться их реально чаще выпускать, но не знаю, как получится, поэтому ничего не буду обещать, да. Все, всем, ребята, спасибо, блин. Да, конечно. Всё, погнали. Я знаю то, что уже многие, кто засняли обзор на этот мини-режим, да, но я решил как бы тоже это сделать, потому что у меня, как бы, сами поймите, у меня тоже, как бы, я решил заснять мини-режим этот, да. Я понял немножечко. Да, потому что SkyWars как бы не было уже давненько, ну и заодно новый мини-режим, да. В принципе, окей, я играю за охотника, у меня выдаются обычные вещи в сундуках, да, ну, а за зверей выдаются очень хорошие вещи, да. Ну, в принципе, если на центре хорошо подлутаться, да, то мы будем примерно наравне, да, только без эндерпёрлов. У нас могут тоже быть эндерпёрлы, но здесь будет урон получать будем, да, то есть даже если мы прокачали, да. Блин, вот это капец сейчас было, окей. Так, я выжил. Это хорошо. У меня, правда, нету даже меча нормального. Нету вообще меча, да. И поэтому все плохо. Вы видите, наши тут тиммейты, да. Наши охотники собрались вместе, короче. Мне скользко, что нифига себе. Так, ну окей, давайте попробуем убить вот этого чувачка. Видите, он свалил, да? Прям как в погоне улетел, да. Потому что, ну, он не улетел, как на обычном пёле. Так, мы его валим. Да, и мне кажется, это изи, да, типа, да, да, окей, мы его валим, и мы побеждаем, да, это было достаточно просто, давайте я напишу ГГ, и, ребята, увидимся в следующей катке. У меня 19%, и, в принципе, окей, я играю за охотника, это типа Мардук, нифига себе, я не успел даже катку начать. Вот сейчас мне повезло, давайте я напишу 34%. Там у чувака тоже 34 есть. А почему я нажал, написал, но оно не написалось? Как-то это странно было. Я почему-то написал, но не сработал. Да, я играю за зверя. За зверя. Короче, за животного, короче, я играю. Так, у меня есть блоки. Так, тиммейт валит. Тиммейт красава. Тиммейт херачит, короче, жестко всем. Так, в принципе, да, тут еще мы можем прыгать. Я забыл. Можно так прыгать, я забыл, я этим вообще не пользовался, окей, да. Так, окей, мы, в принципе, валим хотя бы какого-нибудь чувака, спасибо за скорость, я тебе благодарен. Вот такая броня на Protection 1, если вы не смотрели другие ролики, да. Дерпел, правда, перезаряжается, тут 5 секунд, ну ладно. Так, давайте мы этого чувака сольем. Так, вот это неплохо было. Чё? Так, давайте, ну он сам умер, окей. Я не просил, но он сам умер. Возьму получше вот это. И я помогаю, да, красавчик, чувак, подожди, давай я тебе, ну, типа да, типа да, да, типа да, давайте вот так сделаем. И мы вот так летим, и в принципе, ой, ёшки, блин, ну ладно, так, я этого валю, кого-то валим-то, короче. Так, а почему-то не ударился, или я по тиммейту ударил, это дичь, если честно, происходит, ну ладно. Так, я, чё вы делаете, пацаны, какие-то странные, так, ну все, мы вроде бы побеждаем, да, да? Нет, окей, у меня 74-й левел, это достижение века. Подумаешь! Окей, мы идем дальше, есть эндерпёрлы, так, и, в принципе, я думаю, на этом все, да? На этом все. Окей, у меня есть, кстати, обычные эндерпёрлы, то есть все нормально. Так, и мы побеждаем, да, я делаю 4 килла, что неплохо достаточно. И, ребята, да, в принципе, переходим к следующему раунду, если я выбираться смогу, конечно. В принципе, ребята, хотел сказать о том, то, что это смесь Murder Mystery, да, то есть это связано с Murder Mystery, как видите, здесь дается процент, да, то есть где-то, я думаю, процентов, я не знаю, ну, да, я не знаю, процентов 20 уже можно стать этим самым
зверям, да, животным, да, и все дела. Окей, так, я сейчас играю за охотника, да, я думаю, сыграю еще два раунда, и, в принципе, окей. Так, мы идем дальше, и, да, вот такие вот у меня вещи, так себе скажу я вам, потому что вещи должны быть лучше. Но это не точно. Или точно. Или динамик. Как бы, но мне не повезло. Так, ладно, мы не строимся, я просто привык играть в обычный Skylars, поэтому, да. Я привык строиться на соседний остров, да. Иногда и на центр сразу иду. Блин, чувак, вот этот охотник уже на центре. Блин, я что-то боюсь. Так, давайте мы попробуем на него напасть. Какие-то психи прям, да. Я им, кстати, снял неплохо. Ой-ой-ой, у меня очень... Ой-ой-ой, мне надо сваливать. Тут два охотника, надо сваливать. Ой. Я упал. Окей. Наш последний раунд, я даже не знаю, что-то никто не пишет проценты, да, вот написали, давайте я тоже напишу. И да, окей, блин, видите, у всех побольше процентов, поэтому я точно не буду охотником. Не охотником, я, блин, все время путаю, я наоборот животным не буду, да, наоборот путаю, да. Ну, в принципе, ладно, блин, что происходит. Так. Так, мы исправили эту проблему, я продолжаю, да, в принципе, так, у меня есть вот такие вот вещи, да, и, кстати, я читал комментарии под прошлым видео, естественно, я же читаю комментарии, да, и там чувак написал то, что с ними на каком-нибудь сервере, но как бы мне не ответил, и я, блин, я не знал, что мне снять, потом решил опять на Hypixel заснять, но следующий ролик точно не будет на Hypixel, да. В принципе, ладно, идем на центр. На центре полный замес происходит, так видите. Замес просто валятся, там все бегают, я не знаю, да. Так, окей. О-о-о. Так, я. А, обидно, да. Блин, все побежали на одного. Может быть, помочь, я не знаю. Да, давайте поможем, потому что 3 человека, 4, получается. Так, давайте вот так сделаю. Я бью, да, нормально. В принципе, окей. Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас мог упасть, конечно, ладно. Так, где-то охотник, вот он, давайте мы, я не знаю, как-то, вот, что, это мой тиммейт нас отравил, я не понимаю, давайте мы, помогай, я кого-то валю, там, что происходит, я не понимаю просто, вы посмотрите на нашу команду, это просто жесть, вы просто посмотрите, на 500 человек в одно место падает, давайте, так, ой, полетели назад, побежали назад, толпа просто бегает, это трэш какой-то, я не понимаю. Вы просто посмотрите, что происходит. Надо бежать. Ой, я не могу просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, бежи нахрен на них. Ой-ой-ой-ой. Блин, я думал, что я смогу выжить. Но, в принципе, окей, я не понимаю, что это за дичь была. Давайте я, в принципе, выйду. Да. И, в принципе, наверное, на этом закончим. Да, вот такой вот маленький ролик. Может быть, маленький, не знаю, как получится, да. И, в принципе, окей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. И, да, ролики будут почаще, да. И го 6 лайков, да. Я это уже сказал в начале видео, да. И больше не собираюсь повторять. Все, всем спасибо. Пока-пока.